Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня мы поиграем опять в лодочки, и как вы видите, сегодня будет просто обалденный, красивенный линкорн. Вот такой вот он, обалденный, здоровенный, классный. Его сделал уже вам известный Артур Раевский. Он делал крутейший просто дирижабль, который набрал 10 тысяч лайков, и я вам говорил, что если он наберет 10 тысяч лайков, то вы увидите следующее видео. Ну что ж, ребята, давайте посмотрим, что внутри, как он выглядит. Судя по флагу, вы уже поняли, что это японское чудо-строение. И сейчас я хочу его осмотреть, посмотреть, что на нем, как он выглядит, что тут интересненького внутри, ну и отправиться его в первое путешествие. Я прям как по лестничкам залез на самый верх. Вот. Вот так вот выглядит эта огромнейшая махина. Ну что ж, ребят, давайте дружненько подпишемся на RedCat YouTube. А я пока сделаю фото этого прикольного кораблика. Мне он очень нравится. Вообще все, что делает Артур, мне очень и очень нравится. Он просто делает очень скрупулезно, ответственно. И каждой детали он очень придирчив. Кстати, на катамаран чем-то похож этот кораблик. Так, куда-то я зашел. Тут мне инструкции уже не дали. Курсию мне тоже не проводят. Так, тут какие-то у нас устройства для того, чтобы он плыл очень и очень быстро. Так, ребята бегают. Здесь у нас машинное отделение, я так понимаю. Куда-то труба идет, видите? Конечно, прикольно все делается. Так, что-то я хожу, петляю. По-моему, я хожу по кругу в этом лабиринте. Тут какая-то комнатка у нас. Привет, привет. Открываем. Какой-то большой, огромный зал у нас. И это, судя по всему, столовая какая-то. Прикольно. Какие-то узоры на стене. Ну, конечно... Как понастроя всякого интересного. Так, здесь у нас какой-то отсек, где сидит артиллерист и отстреливается из пушек. Окей, в столовой побывал. Теперь хочу на капитанский мостик залезть. Как же туда пройти-то? Я пока не очень понял. Куча всяких лестниц. Так, давайте сюда пойдем посмотрим. Эть. Так, опять бомбочки. Так, я что, здесь был? Или это еще одно машинное отделение у нас? Или это пушки, которые стреляют сверху? Наверное, они, да? Да, скорее всего. Тут у нас пушечки, и они стреляют. Хорошо. А как пройти на капитанский мостик? Давайте выйдем, посмотрим. Вот так вот. То есть тут еще со всех пушек можно пульнуть кого-то. Так, я хочу вон туда наверх попасть, но я пока не понимаю, как это сделать. Так, вот лестница наверх, идем по ней. Так, отлично, тут какие-то кнопочки, GS написано, хорошо. Так, ребята тут что-то всматриваются в красную дверь, точнее просто в какой-то узорчик красный. Так, все, выход я нашел. И сейчас иду на самый главный пульт управления. Вот он, смотрите. Все. Все, ребята, теперь я капитан этого огромнейшего корабля. Этого просто огромезного катамарана. Ну, согласитесь, классно он выглядит. Очень много блоков здесь использовано. Но, в принципе, всегда, как ребята строят, они строят что-то просто потрясное, бомбезное. И это, ребята, еще не последнее видео из тех, которые я уже записал, ну и которые я еще планирую записать с ребятами, потому что они действительно делают классные, продуманные, скажем так, до мелочей кораблики. Ну что, ребята, давайте отправимся в путь, посмотрим, как он будет смотреться, когда будет плыть. И потом я вам немножко расскажу про сам кораблик, который мы сейчас с вами наблюдаем. Наверное, я не буду до самого прям конца плыть. Я не думаю, что в этом есть какой-то смысл проверять, доплывет или нет. Я уверен, что он доплывет до конца. Кто, кстати, смотрел
дирижабль, который построили ребята, обязательно напишите и поставьте, конечно же, большой лайк и под этим видео. Ну и что же все-таки это за красавец? Итак, его называют линкор Сигун. В принципе, как бы он построен полностью и выпущен, попал вновь 13 января 2019 года. Это боевой корабль Империи, что был эффективен против водных и прибрежных целей. Также, видите, из-за его строения он мог таранить судно насмерть. Обладает тремя пушками, две спереди и одна сзади. Ну, мы с вами уже поползали в них, убедились, что они в рабочем состоянии. Ну и название полностью у него переводится как линкор Сигун Шаган Баттлшип из Red Alert 3. Также из Red Alert 3, ребята, у нас и предыдущий дирижабль, который я вам уже показывал в одном из видео. Ну что ж, ребят, давайте подпишемся дружненько на канал, если вы хотите видеть подобные видео. Сейчас у нас что-то прям установился кораблик. Он еле-еле плывет. За что я, в принципе, очень не люблю в этой игре следить, это за тем, как медленно ползет какое-то судно, в котором около там 10-20 тысяч блоков. Они просто очень и очень медленно передвигаются. Кстати, сверху вы заметили, еще крутится у нас радарчик, значит, работает и проверяет, нет ли каких-то вражеских самолетов поблизости, которые могут нас потопить. Не знаю, как вам, мне прям очень нравится судно, очередной шедевр, я считаю, от ребят, которые построили это суднышко. Так что Артуру Раевскому большой-большой поклон. Ну и Дуки Зегу, если он помогал строить это судно, то тоже большой-большой поклон. Они, конечно, молодцы. Ну что, а мы пока медленно все-таки продвигаемся. Я наслаждаюсь зрелищем, смотрю на всякие узоры, которые бегают просто по этому суднышку. Мне нравится то, что он все-таки раздвоен в конце. Ну и в целом очень даже классный корабль. Кстати, я недавно, по-моему, даже видел его в World of Warships. Легендарная игра Wargaming. И мне кажется, как раз именно в такой комплектации я что-то такое видел. Они делали, я не знаю, или прототип какой-то, либо же не какой-то скинчик, может. Но я уверен, что был тоже вот такого катамаранного вида кораблик с раздвоенным в конце. Так, ну мы пока медленно плывем. Давайте посмотрим, что мы тут делаем. Просто сидим на друг друга смотрим. Понятно. Смотрите, узоры как семерки уже, да, вот справа у меня. Такое чувство, что написано 777. Так, ну что, у меня 5145. Пока я ничего интересного купить не могу. Ну и пока в нашем видео тоже ничего такого не происходит кардинального. Я хочу все-таки приблизиться к этим камушкам. Хотя бы вначале посмотреть, как он будет их разбивать. Ну и на этом, наверное, закончим видео. Давай, давай, давай! Еле, еле катится наш катер. Нет, ребят, я, конечно, могу показать вам все там 30-40 минут, которые мы будем плыть, либо же час. Потому что с такой скоростью мы будем плыть очень медленно. Но думаю, что утомлять вас зря я не буду. Поэтому я хотя бы хочу немножечко разбить этих камней, посмотреть, как он вообще их будет разбивать. И на этом будем заканчивать. Японская мощь. Так, ну что. Кораблик уже начинает бороться с первыми препятствиями. Давайте поддержим кораблик, наставим много лайков. Может, он быстрее поплывет от этого? Кто знает? Кто знает? Все может быть.
Ну что ж, ребят, я думаю, ладно, не будем мы мучить наш кораблик, он крутой, он реально классный, но на этом мы закончим видео. Спасибо, что смотрели, всем пока!